Я рад всех приветствовать. Сегодня мы выдаем BMW 5 серии. Начнем с внешки. Мы установили обвес в черном глянцевом исполнении на переднюю губу, лезвие и спойлер. Также поменяли крышки зеркал. По кузову отполировали его, покрыли керамическим составом и поработали с интерьером. По интерьеру было выполнено следующее. Полная химчистка салона с разбором. Уделили внимание всем дефлекторам, нишам, углублениям и тому подобному. Также перешили руль, на нем были следы эксплуатации, мы использовали кожу Напа, сделали красивую М-строчку, а вот эти маленькие декоративные накладки, на которых заводское покрытие Soft Touch очень быстро стирается, мы перешили в оригинальную кожу. И в очередной раз мы уделили внимание черному глянцу в салоне. Декоративные накладки в рояльном лаке очень сильно зацарапались. Мы их отполировали, забронировали, теперь они долго будут иметь красивый внешний вид и не будут царапаться. Nobody gonna make me change.